Когда Бог создавал женщину, Он заработался допоздна на шестой день. Ангел, проходя мимо, сказал: «Почему ты так долго над ней работаешь?» И Господь ответил: «А ты видел все те параметры, в соответствии с которыми я должен ее создать? Она должна иметь более 200 подвижных деталей, и все они должны быть заменяемы. Она должна функционировать на любой еде. Быть в состоянии обнять нескольких детей одновременно. Своим объятием исцелять все, от ушибленного колена до разбитого сердца. И все это она должна делать, имея всего лишь одну пару рук». Ангел был поражен. Всего одну пару рук? Невозможно. Слишком много работы на один день. Оставь, доделаешь ее завтра. «Нет», — сказал Господь. «Я так близок к завершению этого творения, которое станет моим самым любимым. Она сама исцеляется, если заболеет, и может работать по 18 часов в сутки». Ангел подошел ближе и потрогал женщину. «Но, Господь, ты ее сделал такой нежной». «Да, она нежная», — сказал Господь. «Но я также сделал ее сильной. Ты даже представить себе не можешь, что она способна вынести и преодолеть». «А думать она умеет?» — спросил ангел. Господь ответил: «Она умеет не только думать, но и принимать решения, убеждать и договариваться». Ангел коснулся женской щеки. «Господь, похоже, это создание протекает. Ты возложил слишком много тягот на нее». «Она не протекает. Это слеза», — поправил ангел Господь. «А это для чего?» — спросил ангел. И сказал Господь: «Слезами она выражает свое горе, сомнение, одиночество, страдание, счастье, радость и любовь. Это необычайно впечатлило ангела. Господь, ты гений. Ты все продумал. Женщины вправду удивительное творение. Это действительно так. В женщине есть сила, которая изумляет мужчину. Она может справиться с бедой и вынести тяготы жизни. Она несет счастье, любовь и понимание. Она борется за то, во что верует. Восстает против несправедливости. Не принимает отказа, когда видит лучшие решения. Она отдает всю себя на благо семьи. Любовь ее безусловна. Сердце ее разрывается от горя, когда умирают близкие друзья. Но она находит в себе силы продолжать жить. У нее лишь один недостаток. Она забывает о своих достоинствах. Покажите этот ролик своим подругам и знакомым женщинам, чтобы они никогда не забывали, какие они неповторимые и прекрасные. Покажите этот ролик знакомым мужчинам. Иногда им нужно об этом напоминать.